Здравствуйте, в этом ролике речь пойдет о вандал, защищенной купольной IP-камере Hikvision DS2CD752MFFB. Камера эта оборудована CMOS-матрицей разрешением 2 Мп, поддерживает функцию день-ночь и ПОЭ. В комплекте к этой камере прилагаются шурупы и дюбель-гвозди для монтажа камеры, инструмент, диск с программным обеспечением, пользовательский мануал и шнур для аналогового и видеовыхода. Давайте теперь откроем камеру и посмотрим, что внутри. Внутри мы видим варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 9 мм. Этот объектив рассчитан на работу с мегапиксельными камерами. Также мы видим здесь разъем для SD-карты, аналоговый видеовыход, RG45, индикатор TXRX, индикатор сети и индикатор питания. Также здесь есть ряд разъемов, такие как аудиовход, аудиовыход, разъем RS485, питание 12-24 вольт переменное и тревожные входы-выходы. Теперь давайте подключим камеру и посмотрим на ее веб-интерфейс. Здесь первым делом мы направимся в настройки видео, для чего перейдем к конфигурации, конфигурации канала. В этом разделе мы можем выбрать канал и дать ему имя. Еще здесь возможна настройка записи по расписанию с установкой времени предзаписи и после записи и настройки детектора движения, в которых мы можем установить область детекции и чувствительность детекции. Здесь можно регулировать положение на экране, название канала и регулировать положение на экране даты и времени. Также можно регулировать тип отображения даты и времени. Ниже нам даны ряд настроек для основного потока и для вторичного потока. Нам доступен выбор качества изображения, где мы можем выбирать между лучшим и худшим качеством. Далее мы можем выбирать разрешение от DCIF до HD900P. Можем выбрать тип кадра и тип битрейта, варьируемый или фиксированный. Также мы можем установить количество кадров в секунду, тип потока, только видео или видео и аудио, и установить максимальный битрейт. Помимо этого нам доступны некоторые настройки сети, настройка тревожных входов-выходов и настройка пользователей. Теперь вернемся на экран воспроизведения видео. Здесь, помимо просмотра видео в реальном времени, мы можем сделать снапшот и поставить камеру на запись. Также здесь можно регулировать уровень яркости, уровень контраста, уровень насыщенности и тон. Помимо этого, при установлении 95-го пресета мы можем войти в дополнительное меню, в котором мы можем регулировать язык, разрешение, частоту кадров, затвор, гейн, режим день-ночь, баланс белого и зеркалирование.